Боевой командный центр располагался в просторном помещении. Вдоль голых стен выстроились ряды консолей, по полу в большом количестве змеились кабели и провода, так что передвижение по нему представляло некоторый риск. Тут и там стояли или слонялись группы людей в серых униформах, некоторые тихо беседовали за чашечкой горячей чайвы, другие изучали бледное мерцание мониторов или роскошное зеленое сияние радарных установок. Чайва. Местный напиток, утоляющий жажду и содержащий необходимые организму витамины. Откуда-то сверху из динамика донесся голос. Капитан подтверждает присутствие нормандских представителей на борту. Оценочное время до посадки – 11 минут. За одной из ближайших консолей сидели двое мужчин. Темноглазый старший тех в официальном серо-голубом комбинезоне и стройный смуглый человек в богато расшитой цивильной тунике с высоким воротом. Рядом с ними стоял еще один штатский с серебристыми волосами и прямой как лом. Темноволосый штатский пронзительно посмотрел на Грейсона. Хотя в глазах его полыхнула злость, он ничего не сказал. Грейсон понимал, что Николай Аристобулос не отчитал его на месте только из-за присутствия посторонних. «Привет, Ари», – бросил Грейсон, как ни в чем не бывало. «Здравствуй, Карлайл», – деревянным голосом проскрипел учитель, поприветствовав его едва заметным кивком головы. «Ты опоздал». «А что здесь делает сын Карлайла?» – повернувшись к Гриффиту, спросил штатский с серебристыми волосами. «Эти переговоры крайне деликатны. Он здесь по моей просьбе, мой господин, и по непосредственному приказанию капитана Карлайла». «Неужели? А с каких это пор учитель боевой группы Ланса определяет штабную политику?» «С тех самых, когда ему вменили в обязанность обучение преемника». «Этому парню придется, возможно, когда-нибудь заниматься этим». «Разрешите ему остаться, мой господин», – вклинился Гриффит, кивая на монитор. «Этот торговый шаттл почти уже прибыл». Лорд Олин Вогель набычился и пересел к другому монитору, всем своим видом выражая оскорбленное достоинство. За спиной Вогеля Гриффит украдкой скорчил рожу Ари. Главный тех Ривера, сидевший за коммуникационной консолью рядом с учителем, не смог скрыть ухмылки. Грейсон абсолютно не интересовался политикой, но присутствие Вогеля его раздражало. 80 стандартных дней назад Вогель прибыл с Таркада, фонтанируя планами о том, как выковать альянс с ближайшей звездной империей короля бандитов, причинявшего всем так много хлопот. Никто из мужчин или женщин команды Скарлайла не любил твердолобого, спесивого лорда, и необходимый формальный этикет при общении с персональным эмиссаром Катрина Штайнера зачастую оказывался не в состоянии замаскировать косые взгляды. Немногие в командос разделяли оптимистические планы Вогеля. К счастью, Грейсона это не касалось никоим образом. Через плечо Ари он посмотрел на монитор. «Что случилось? Если бы ты не опоздал, не спрашивал бы». «Твой отец на космодроме. Шаттл Смолая вошел в атмосферу и приземлится в течение 10 минут». На мониторе расстилалось голое железобетонное полотно космодрома. Изображение колыхалось и подпрыгивало. Характерное движение для видеокамеры, установленной на боевом роботе. Грейсон не нуждался в объяснении сцены на экране. Камера, передающая качающееся изображение, была установлена на «Феникс Соколе» – 45-тонной ходячей машине, испещренной боевыми шрамами. Это был старый, заслуженный боевой робот, его много раз латали и штопали. А управлял им отец Грейсона. Гриффит нахмурился. Жалко, что он не захватил все 4 машины. Ривера пожал плечами. «Беркут находится в бухте приюта, а 2 шершня патрулируют город на всякий случай». Он повел глазами на Вогеля, вперившегося в соседний монитор, как бы говоря, «Этот тип ни за что не позволил бы, чтобы его план изменили». Гриффит, прищурившись, наблюдал за правительственным представителем. «А что это действительно нам приспичило послать в город обоих шершней?»
По лицу Теха скользнула недовольная гримаса. А черт его знает. Трелванцы не очень-то рады всему этому. «Я тоже не стал бы ликовать», — сказал Ари. «Нить между Звездной Империей и сворой бандитов по временам становится слишком тонкой. Когда мы уйдем, трелванцам придется остаться. У них есть основания понервничать из-за этого старого хрыча Хендрика». На встрече, назначенной на этот час, предстояло скрепить печатью выстраданный пакт между Федеративным Содружеством и новой, расцветающей, как это только возможно, империей Хендрика. Плохо лишь то, что эти 5 часов он мог бы провести с Марой. Но теперь он уже попрощался с ней, так не все ли равно? Забавно, что Мара была уверена, что он не уедет с Трелвана, но в конце концов ей придется с этим примириться. Следующей остановкой для команды Скайрлайла будет столица Федеративного Содружества. Вот это здорово! Сам он не бывал на Таркаде, но воины постарше говорили, что это не самое скучное место. Хотя это был холодный скалистый мир, ночная жизнь за пределами звездного порта столицы носила определенно веселую репутацию. Он предвкушал это. Грейсону осточертил Трелван с его бесконечной чередой долгих циклов темноты и света. И времена года были настолько короткими, что сменяли друг друга, как дни. «Ари, правда хорошо, что отец обтяпал этот пакт, но я хотел сказать, что в этом случае мы уберемся с Трелвана. Эта встреча закрепит пакт официально, Карлайл. Не нужно ничего делать, лишь мужественно выстоит смену караула». Грейсон следил за картой на мониторе. «Но что-нибудь непредвиденное может случиться?» Ари неопределенно пожал плечами. «Когда имеешь дело с периферийным бандитом, то одной рукой пожимаешь ему руку, а другой держишься за бластер». «А зачем жать ему руку?» На смуглом лице Аристобулуса сверкнула белозубая улыбка. «Чтобы он не залез к тебе в карман». «Думаю, лучше перестрелять их всех», — фыркнул Гриффит. Он не видел ничего хорошего в создавшейся ситуации. «Тогда пришлось бы очень много стрелять, дружище. А заключив договор с Вогелем, мы, может, обойдемся и без этого. И ты стал бы тогда охотиться на дом Куриты». «Ты так думаешь? Ты оптимист, Ари». Они засмеялись, но оружейный мастер по-прежнему нервничал. Ему, конечно, пристало нервничать с его титулом и рангом, но ситуация создалась непростая. «Учтите», – обожал поучать Ари во время приступов педантизма, – «что система Трелвана располагается на рваных границах Федеративного Содружества. Внутри находится так называемое цивилизованное пространство. Внутренняя сфера, где Федеративное Содружество Дома Штайнера и 4 других враждующих лордов-наследников Звездной Лиги дерутся за мимолетное преимущество друг перед другом. За этими границами лежит неизведанная пустыня или давно забытые миры. Мрак пустыни, владение мелких тиранов и королей-бандитов, создающих на руинах загубленной войной великолепия жалкие нищие империи. Хендрик VI был одним из таких королей-бандитов и своими рейдами за водой и техникой поверг в ужас десятки миров в пространстве Федеративного Содружества и среди других систем. Именно поэтому 5 стандартных лет назад команда Скарлайла пришли на Трелван, и за это время произошло несколько свирепых сражений между налетчиками и гарнизоном Трелвана. Между рейдами Хендрику удалось как-то сколотить шаткий альянс из 2 дюжины королей-бандитов. Альянс, принесший этому человеку могущество, заслуживающее признания и опасения. Эта коалиция, сосредоточившаяся в Абероне, столице Хендрика, контролировала огневую мощь и транспорт. Однако отпетым бандитам нельзя было доверять. Олин Вогель привез с Таркада план, приглаженный внешним лоском дипломатического такта, третируя Хендрика VI просто как короля бандитов, делающего рейд за рейдом на обитаемом мире. Федеративное Содружество добьется лишь увеличения числа нападений, что потребует новых гарнизонов, разбросанных по безводным и неприветливым мирам периферии. Но если обращаться с Хендриком как с правителем дома, как с повелителем империи, настолько же законной, как и Федеративное Содружество,
и предложить ему пакт взаимной защиты, приправленный щедрыми территориальными стимулами, тогда это меняет все дело к лучшему. Маневры Вогеля заняли большую часть двух местных лет, что равняется почти трем стандартным месяцам. Поскольку ни одна сторона не доверяла другой, для ведения переговоров между Трелваном и Абероном привлекли местный торговый дом «Малайя». Ни одна из сторон не желала позволить тяжело вооруженным кораблям противника приземлиться на своей территории. Хуже того, у Хендрика уже имелся договор с домом Куриты, а тот враждовал с федеративным содружеством. Понадобилось время и наиболее вязкая человеческая субстанция – доверие. Но, наконец, с муками пакт появился на свет. С согласия Трелвана Хендрик VI станет партнером и союзником Федеративного Содружества. С этого момента периферийные миры Федеративного Содружества в этом секторе будут охранять шаттл и войска батальона Хендрика, а гарнизоны Штайнера снимутся с места и будут исполнять свой долг во внутренней сфере, отражая нападение дома Куриты. Это охладит пыл бандитов, потому что тогда Малая Империя Аберона расселится до предела. В свою очередь Хендрик заполучит новые миры, будет править ими и сосать из них соки. Трелван был одним из таких миров, пешкой в политической игре, разыгрываемой на шахматной доске размером в сотни световых лет. Местным населением Трелвана правил царек по имени Джеверит, человек, давший присягу дому Штайнера и Федеративному Содружеству, но не выполнявший ее. Когда торгуют мирами, пожелания индивидуума в счет не идут. Кроме того, технически Трелван по-прежнему будет принадлежать дому Штайнера. Таково соглашение. Единственная разница в том, что сторожевые заставы из боевых роботов будут присягать не Федеративному Содружеству, а Хендрику VI. На пути достижения соглашения переговоры обоих сторон подверглись суровым испытаниям. В сущности, новая проблема возникла, когда информация о тайных переговорах как-то просочилась к трелванцам, которые и не подозревали о планируемой передаче власти и реальном положении вещей. Штаб капитана Карлайла намеревался держать трелванцев в неведении до тех пор, пока сделка не состоится. В конечном счете для них ничего не переменится. Но в прошлом Хендрик VI совершал рейды на Трелван, и Джеверит, а тем более его недальновидные люди, пронюхав об этом слишком рано, могли превратно истолковать соглашение. Советники Карлайла оказались правы. Когда слухи о неминуемом соглашении достигли людей Саргада, у основания горы, где находился замок, разразился бунт. А пожары превратили жаркую первую ночь в светлый день. С тех пор почти все время два легких боевых робота патрулировали город. Служба безопасности дома Штайнера так и не смогла выявить источник утечки. Это являлось дурным предзнаменованием и усугубляло беспокойство сержанта Гриффита. «Странно», — сказал Ривера, щелкая выключателем. «Несколько камер не работают». «Да? Где?» «Бухта первая, я проверяю». Он дотронулся до уха, куда был вставлен крошечный наушник. «Вахтенный офицер говорит, что камеры отключили несколько минут назад из-за неполадки в схеме». Гриффит нахмурился. «Не нравится мне все это». «Тебе нужен капитан?» Ривера снова коснулся коммуникационной панели. Сержант взглянул на монитор. На экране появился шаттл. «Не надо, не беспокой его. Предупреди все станции контроля, службу внутренней безопасности». «Интересно, какая от этого польза?» – подумал Грейсон. «Все станции так уже на взводе и следят за спуском корабля с Малайя.